Доброго времени суток, рассмотрим очередной коучинговый вопрос. Сегодня хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. А есть ли модели успешных людей, опыт которых можно перенять? Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду идея из нейролингвистического программирования, из НЛП. Идея, которая заключается в том, чтобы перенимать опыт тех людей, которые успешны. То есть это не только опыт, это не только какое-то там знание в голове, но это некое поведение, это некие, может быть, действия, может быть, дополнительные какие-то моменты, попытка как бы войти в похожее внутреннее состояние. Ну, то есть это попытка, скажем так, по нескольким параметрам приблизиться, то есть померить на себе вот эту вот роль вот этого человека. Понятно, что это не так просто сделать, и, возможно, собственно, упражнения не дадут такого прям стопроцентного совпадения, ну, то есть приближения, но в любом случае даже там на 5% приблизившись в этом направлении, уже можно получить относительно начальной своей точки уже значимый эффект, потому что если низкая база в каком-то из направлений, то, соответственно, рост может быть очень там кратным. И несмотря на то, что он, казалось бы, не какой-то там мега огромный, но тем не менее кратности вот этой вот можно по динамике достигнуть. Вопрос позволяет человеку посмотреть, есть ли какие-то там старшие товарищи, может быть, это какие-то более успешные, там на ступеньку, на две, на три. То есть, конечно, лучше смотреть, чтобы это были люди на пару ступенек выше, не на одну ступеньку. Очень маленькая разница, и вот эта вот дельта между опытом, ну, то есть ученика и наставника, она будет там, ну, очень незначительной, практически, так сказать, значимого эффекта не будет, поэтому лучше брать на пару ступенек выше, либо значительно выше. Но здесь надо смотреть, лучше, наверное, брать, в моем понимании, сразу несколько вариантов, и на ступеньку выше, и на две, и на три, то есть смотреть более широкими мазками и по чуть-чуть брать у каждого из, собственно, вот этих вот моделей. То есть мультимодельная такая история. И я еще раз, коллеги, повторю этот вопрос. А есть ли модель каких-либо успешных людей, которую можно перенять в вашем направлении, в вашей сфере или по вашему запросу? Коллеги, всем добра. Пока-пока.